Выставка лучших работ болгарских студентов-шрифтологов открылась в Казахской национальной академии искусств имени Темирбека Жургенова. Выставка собрана из проектов студентов Софийской национальной академии изобразительного искусства. Их объединяет общая задача – поиск современных шрифтов, их интеграция в повседневную жизнь, архитектуру, городское пространство. Разработка шрифтов сегодня стала неотъемлемой частью любой культуры. Сами того не замечая, мы пользуемся разработками дизайнеров ежедневно, читая надпись на упаковке продукта или просматривая новостные ленты. И подобный творческий обмен очень актуален для Казахстана, которому в ближайшее время предстоит разработка новых шрифтов для казахского языка на латинице и внедрение их в информационные технологии. Как утвердят, мы должны их образцово-шрифтовом грамотном варианте предложить вот населению. Наши же студенты, они будут подготовлены, уже приспособлены. Молодежь всегда стремителен, молодежь всегда новатор. Вот они могут новые идеи, новые подходы в нашем динамичном развитии Казахстан, как динамично развивается. И переход латиницы пройдет замечательно.